Фильке очень нравится наблюдать, когда я что-то делаю на кухне. Всем привет. Собираю завтрак, буду резать хлеб. Вот, он лежит. Наблюдает. Контролируешь процесс, Филиппок? Хлеб, кстати, с орешками. Вот тут вот орешки. Купили свежие. Так. Прям морду свесил свою. Эй! Вкусненько пахнет, да, Филька? Вкусно пахнет? Мы пришли наконец-то в магазин, чтобы купить крышку такую для бассейна. И еще... Да, очки есть? Посмотри. Нет. Нету? Еще нам нужно очки, потому что только одни у нас дома. Дети купаются и ругаются. Здесь только вот такие вот маски. У нас такая есть, но большая. Какой тут размер, надо посмотреть. Это SM. SM. Ну что, взяли мы крышку для бассейна. Взяли для хлорки вот такую вот штучку. И цветочек взяли. Пальму. Фигню. Подходящие очки мы не нашли. Приехали в детский магазин. Магазин игрушек. Посмотрим здесь. Потому что нужно, чтобы очки закрывали нос вместе с носом. Мой коллекцион. Это чьи карты? Это новая коллекция покупать. Я по 15. Ах, 56 франков. Тут такая коробочка. 8 вот таких. Потом тут есть вот. Тут тоже есть эти штуки, чтобы карточки. Нашли мои очки вот такие вот. Вместе с трубкой. Теперь ругаться не будут. Ну что, мы продолжаем. Будь здорова. С перестановкой. Сколько барахла тут на кровати. Разобрали мебель. Папа повезет, в субботу выбросит. И сюда сейчас поставим белую тумбочку. Вот эту. Положим ее. Вытереть, может, сначала нужно. Салфетки влажные, зимние вещи в подвал убрать. Я вижу, я вытирать. Телевизор встал. Прям тютелька в тютельку. Знаешь, как будто я еще могу это включить? А? Моя сказала, если я тут и включу телевизор, она ко мне будет приходить спать. Да. Все, будешь расставлять свои фигурки, заполнять. Ну, давай. Смотрите, какие шляпки я нашла. Раньше носила Маргарита или Ксюша. Чья это шляпа была, Маргуша? Марго, это чья была? Либо Ксюша, либо Маргарита. Ну, в общем, когда-то девчонки их носили, теперь у тебя тут закрутилось. Теперь Каролина носит. Нравится? А где вторая? По-моему, вот с этими шариками это Ксюши, если я не ошибаюсь. Ты что, намочила? Не надо их мочить. Они их нельзя мочить. Намочила. Вот такие вот. А тебе какая больше нравится? Ну-ка, эту померяй. Хорошо. Вот так вот. Когда мы еще в Испанию уезжали, покупали девчонкам. Ну-ка, смотри сюда. А тебе идет и та. Угу. Ну вот, будешь носить. Буду носить. Личико не сгорит. Только не мочи в воде. Нет, это мне нравится. Тебе белая больше нравится? Да. Ну-ка, надевай белую. Мне тоже кажется, больше тебе белая идет. Я замариновала курочку. Что сделать? Пюре сделать или как? Пюрешку? Будете пюрешку? Расхламление. Откуда эта картонка, коробка? Знаешь, что там хотели перенять? А, вот там в шкафу у тебя теперь стоит? Да, тут. А. У тебя тут еще много. Нет, я еще только это внутрь и все. Думаю, хватит этого. Греется. В принципе, пусть она греется, я сразу. Все. Салатик готов, картошка почти готова, и 25 минут нужно ждать.
пахнет вкусно. Курочка, смотрите, какая получилась. С хрустящей корочкой. Пойдемте кушать. И вот она. Пюрешка. О, работает. А, через компьютер. Ну, круто. Ну, замечательно. Тебя папа подключил? А, здесь включаешь то, что ты хочешь, Netflix, все, и там смотришь. Ну, тут это интернет не такой уж хороший. Ну все, Маргарита теперь здесь поселится. Будет с тобой. Ксюша, можно к тебе фильм посмотреть? Зайку бросила хозяйка. На полу остался зайка. Не бросила. Что он на полу сидит? Бедненький на полу сидит. Все? Убрала тут все теперь? Шнурки замочила она тут себе. Билли Айлиш, шнурки замоченные. Ну-ка, круто. Шторки нужно жалюзи опустить. Тут интернет плохой. Только что работала. Вот так вот нажимаем, и они опускаются. И батарейка, мама, нету батарейки. До конца. Жалюзи закрылись. Смотрите на комнате. Угу, просвечивает немножко. Можем повесить? Да. Что-то как-то стало. О, сейчас нормально. Сейчас нормально. Немножко поработала, типа. Сюда? Не знаю, куда тебе удобнее, чтобы покидала с кровати до сюда. Долетит? Конечно. Повесили. Ну, я, наверное, мячик еще в школе сделаю, потому что мячик. Ну, вот это чуть-чуть кривое. Но это не могу поправить. Да, он немножко. Он так ломается. Ну, ничего страшного, пусть так. Мы еще вот такие штуки надули. Наших червячков. Зонтик поставила, чтобы тень была. Очки удобные? У да. тебя аж остались следы. Бабуля сидит. Ты снимаешь, что ли, или смотришь? Нет, а, я думала, она снимает. Она нет, кино смотрит. Вчера постирали обувь. Почему-то вот эти вот еще не высохли. Твои я уже убрала. Ну, кто полотенце бросил? Каролина? Нужно бассейн почистить и закрыть крышечкой. Макс, давай мошек вытаскивай. Вот эти травку, мошки, все вот это. Потихонечку. Мама, тут у нас хлорка. Купаться. Таблетка. Мама. Нет, куда? Уже поздно. Ты сказала, солнышко, садится, посмотри. Она сейчас спрячется за дом. И фильтр надо будет включить. Давай-давай, чисти, не балуйся, давай. Так, сейчас мы... Нам нужно помочь. Ты не хочешь сначала включить этот фильтр? Не работает? Надо папу звать. Папу зови. Закрываем. Так, какой стороной? Ничего страшного. А вот. Вот это. Вот так, сюда. Там-та-там-та-там. Так, я надеюсь, хватит. Штуку накрыть. Это же не на воду. Нет, ну вот нужно натянуть, а потом там шнурочки завязать. Нужно затягивать, по-моему. Да, вот так надо надеть по очереди. Мне кажется, нормально так. Кстати, тут можно ходить, можно? Нет, нельзя, Ксюша. Нельзя ходить. Она, мне кажется, даже быстрее так согреется. Потому что тент темного цвета. Все, готово. Держится. Ну все, я пальмочку полила. Теперь она у меня будет стоять вот здесь. Такая вот. Давно такую хотела. Они большие вырастут, листы. Ты вчера наколотила себе кулаками. Болят ли кулаки? Комары летают. Пошли мы прогуляться немножко. С Бонни в лесок. Вечером хоть немножко прохладно. И там киса. Ходит, бродит. Жарко сегодня было. Звенят колокольчиком коровки. Динь-дон, динь-дон. Ну, разуйся, посмотри, что там у тебя. Давай, подержу. Попало что-то в обувь? Тебя кто-то кусал? Да. Где?
кто там был? Вот это. Это что, таракан? Это таракан. А, нет, это вот это, знаешь, такое насекомое. У него усики на попе такие. Я знаю. Вот они кусаются. Ты когда башмаки надеваешь, ты хоть проверяй. Тем более они вчера на улице стояли, сохли. Что, сильно покусал? За пятку прям, да? Ничего страшного, они не ядовитые. Я знаю. Просто. Такие, мы от мошек убегаем. Они за нами летят и летят. Что за мошки такие ужасные. Маргарита. Че? У тебя над головой мошки. Не знаю, у тебя тоже. Вот они. Кукурузка тут растет. Ну, она еще маленькая, потом. Нет, они ее не продают, они ее отправляют на корм. Это для корма. Для корма? Для курочек. Для кур? Не для собак, хотел сказать. Для курочек. Курочки едят кукурузку. А дети тоже. Дети тоже, да. Мы кукурузку покупаем. Да я знаю, мне уже надоели вот эти. Они за мной летят, эти мошки. Все, пойдемте обратно уже. Сейчас начнут летать комары. И мухи тут такие большие летают. Мама меня не дает. Ну, сейчас она погуляет со своей собакой немножко, потом ты. Макс, тебе не груша. Я хочу приготовить пирог с клубникой. Осталась последняя клубничка, чтобы она не пропала. То никто не кушает, она просто лежит. Пирог будет простой. Буду делать крошку. Мне нужно масло, сахар, мука, еще сода, соль и клубника. По рецепту написано 2 кружки муки, 150 грамм масла и сахар 1 стакан. В общем, я буду вот такие стаканчики, примерно они, наверное, 250 миллилитров. Я надеюсь, мне муки хватит, это последняя мука. Так, масло у меня не разморозилось, но оно такое немножко мягкое. В принципе, можно натереть на терке. Хватило 2 стакана муки. Стакан вот такой же сахара. Так. Вот. Так, смешиваем. И теперь буду натирать 150 грамм масла. Отмеряем 150. И оно у меня, в принципе, уже подтаявшее, поэтому я на терке не буду размазывать, только я так помну руками. Теперь мы это сейчас будем перетирать в крошку. Ну, уцепись. Все, теперь вот так вот я надела перчатки, чтобы у меня ногти не забились маслом. И вот так вот я сейчас буду это все перетирать. Чайной ложки. Все, теперь это тоже помешаем. Вот кружка получается. Так, я засыплю сахаром, чтобы было сладенько, потому что не вся клубничка сладкая. И, наверное, я жесткая. То есть тут не написано, сколько градусов, но я так думаю, что 180 выпекать. Я еще не согрелась, 65. Сейчас подождем. Все, убираем. Печется. Так, ставим 40. 45 минут я поставлю, там уже буду смотреть. Ай, неудобно крутить. 45. Все. Ух, запотело. Пахнет клубничкой.
Ну, теперь пусть постоит, остынет, и потом будем нарезать. Так вот он, верхушка поджарилась. Ням-ням! В общем, пирожок получился, но немножко неудобно его доставать, потому что он такой мягкий, он крошится. Ладно. Надеюсь, он вкусный будет. Ты тоже будешь? Пробуем. Выглядит, конечно, не очень. Поломалось, но вот бабушке кусочек отрезала. Кусочек вот вроде ничего нормально. Ну, но, один. У меня такая каша малышка сейчас. Вкусно очень. Каролина тоже ест. Вкусненько. Так что пробуйте. Можно, в принципе, с любой ягодой. Любую начинку можно. Я делала творожную, получилось тоже вкусно. Папа учит Каролину боксировать. Я смогу еще. Я рисую, мама. Смотри, как красиво я рисую. Как красиво ты рисуешь. Угу. Просто чудесный арбуз. Давай, Каролина, ну-ка. Я боюсь. Лучше близко не подходить. Кого она там бить-то будет? Вот этого, что ли? Да, ага. Это еще... И когда она начнет? Это не сложнее. Это легко, да? Да, это легко. А с другими это сложнее. Угу. Очень. Ну-ка, давай, Каролина. Ну, поближе, поближе к нему. Пошли. Давай, 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 давай. Ой, все себе. Ты смотри, не выпусти этот пульт из рук. Каролина? Я тебя боюсь. Ничего себе, она боксирует. Я новая хватит. Все, устала? Нет, я не буду хватить. Почему? Дай, дай. Почему? Порке? Я это пирану. Она говорит, он меня бьет, я не хочу играть. Каролина, это не больно. Это же игра. Окей, еще, еще. Фанта мучо todavía. Окей, даме, даме. Я sé por qué. Я сакабо ла пеле. Давай, теперь Макс. Нет, ногами нельзя. Так, а я сижу, тренируюсь рисовать френч. Я папа, я папа. Вот, на такой форме уже попробовала. И вот на такой, на квадратной форме. Ой, фокус, ты где? Вот, вот на такой, на квадратной форме попробовала. Это все. Также все цвета выкрасила, которые у меня есть. Вот. Я сейчас учусь рисовать френч. Вот такой вот получился. Вроде ничего так. Ровненько. Это завтра уже придет ее подружка, и она сказала, что хочет френч. Именно вот такую форму. Французский маникюр. Я думаю, что пахнет палочками, а? Сахаром. Сахаром даже? Так лучше сахарной пудрой, а не сахаром. Там же пудра сахарная есть. Но он же не прилипает. Ты, получается, сахар насыпал, и он весь на дно упал. Надо пудрой. А что вы такие палочки не сделали? А что вы телек не смотрите? Потому что там оно и туда подходит. Ты во что играешь? Хейдей. Тейдей? Тейдей и что? Хейдей. Хейдей. Это батарею в таблет. А какой у тебя называется аккаунт? Это Маргарет аккаунт. Ну, покажи. А то ребята увидели, что Макс играл, спросили. Вот такой. У вас всех разные, что ли, или один только? Ну, я тоже, если это больше не играю, тут не играю. Маркоша играет. Мне ж невкусно, даже сахар не прилипает. Оближи их, и потом отмень сахар. Пудрой посыпь лучше. Покажи свои рисуночки. Вот это? Это старое. Это Маркоша делала. Дизайн, видите, мама, какой красивый. Это сизу гроб. Еще только что ты что сделала? Новый. Это она сейчас сделала мазюку какую-то. Сейчас ты даже фокус пропал, ты же. Кто же такая? Эй, фокус Макс, вот. Такой вот она сделала. Не надо показывать. И я сижу, наращиваю. Старый. Это тоже она делала. Старый, давно еще на той квартире, да? Когда мы жили. Нет, вот это вот, в этой. Вот это вот красиво. Вот это вот красиво. Вот это непонятно, цвет какой-то. Я Ксюше наращиваю один ноготь. Один. Она захотела. Вот такой. Чтобы в носу ковырять. Черный. Черный? Ты кому там в школе угрожать собираешься? Везде.
Скажи, смотри, у меня длиннее. Скажи, давай сравним, у кого длиннее. У кого длиннее, у тебя или у нее? У меня, наверное, да. Да? Вот, слышишь. Что делает? Мяч нашел. Он только что уронил камеру. Я думала, ну все, камера сломается. Ничего так, снимает еще. Но зато, когда выезжает объектив, она начинает жужжать. А, он мячик нашел. Красим черным? Угу. Сейчас подпилю немножко и красим черным. Так, все, красим черным. Красим черным. Мне кажется, ты до понедельника снимешь его еще. Нет. Ноготь. А, суши. Минуту. Да. Оно будет опять больно. Нет, нет, это лак просто. Это только отбили. Так, все, вот, смотрите, какая красота получилась черная. Черная, потому что я ему. Намазать тебе маслечком? Да. Чтобы ты пахла яблочком. Носите аккуратно, пожалуйста. Все, ребята. Это яблоко? Ксения, это... Яблоко, да. Ксения, пылесо со сакару травить. Тебе нравится? Да. Точно? Я хочу все ногти. Да, ну, конечно. Мама, я тоже хочу. Смотрите, какой длинный. Ай, дай, сайма. Я этот хочу. Мне, я хочу еще яблоко. Еще яблоко? Каролина, тебе дать яблоко? You for your max, я отвечу вам. Давай, растирай. Oh my god. Растирай пальцами. Она впитывается. Впитается. Вала пила. Вала, даже забыл. Мама, я не могу отпитывать. Хватит. Она такая зуба. Подложи. Вот так вот, мама. Накладные зубы, что ли? На память оставлю, да? Твои работы. Каролина, все, давай, ложимся спать. Смотри, что он там делает. Эй, ты что тут потерял? Фильм, что там? Пой, давай, ты долго не сидите. Ты хомяка покормила? Да. Молодец. Все, пока. Мама, у меня тут все спина. Загорела? Вонечка, пока. А ты выгуливала ее? Нет. Когда? Днем еще. Пойдем гулять. Пойдем гулять. Пошли гулять.